Мяне. Здравствуйте, здравствуйте, дорогая публика. Нет, сидите, сидите. Сегодня у нас в Нью-Йорке концерт звезд российской эстрады. Америка открывает для себя Россию. Так сказать, хороша Раша, да жаль не наша. Сам придумал. Дорогие друзья, я хочу пригласить на сцену молодой, но уже не подающий никаких надежд коллектив. Извините, сегодня у меня прямо юмор просто прет из ушей. Прямо Регина Дубовицкая какая-то, извините. Дорогие друзья, группа называется простенько так, незатейливо, вице-спикер Бабурин. Ребята сегодня пропагандируют здоровый образ жизни, в смысле в зале остаются только некурящие. Ну, встретимся в курилке, давайте. Есть суперкрутой припев. Атомное чувство первач, не забивай его. Атомная пара трубач для Эсенбаева. Атомные двое коньки, когда на корточках. Атомные звери хорьки, откройте форточку. Атомная штука топил на Южном полюсе. Экстренное чувство пипи, а ты в автобусе. Если по душе не пришлось, идите к лешему. Много нас таких развелось, не перебешаешь. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ребятам, кстати, ребята недавно выступали в самом большом казино Восточной Европы, в казино «Кристалл». Как вы знаете, в казино «Кристалл» крутятся самые большие бабки в России. Ну, Алла Пугачева, Эдита Пьеха там. Так и далее, я же говорю. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, сейчас я хочу пригласить на сцену автора-исполнителя, барда-семидесятника, Владимира Бенедиктовича Ижа. Владимир Бенедиктович в своих песнях воспевает самое дорогое, что у него есть. Свои песни. Итак, Владимир Бенедиктович Иж. Просьба не аплодировать, исполнитель сбивается с такта. Встречайте. Добрый вечер. Я сегодня хочу, чтобы состоялся не концерт, а своего рода вот такое общение с залом. Потому что наступило время, чтобы мы подумали о подрастающем поколении. Потому что, произнося слово «поколение», я мысленно уношусь в 72-й год на радиофак МГУ. Какие там были ребята, какие они пели песни, какой был задушевный, настоящий, скромнёный юмор. Вот послушаем, например, песенку. Вагончик тронется, перрон останется. Вагончик тронется, перрон останется. Вагончик тронется, перрон останется. Законы физики, куда ж он денется? Понимаете, да? Вот это... Спасибо, спасибо. Не надо аплодировать, не надо аплодировать. Я хочу, чтобы мы вот сейчас... Вот вспомните песенку, которую я сейчас только что спел. Какой был юмор, а какой был юмор. Вот каждый раз, когда я пою эти строчки, мне почему-то выносят цветы. Спасибо большое, спасибо, Милочка. Вот тут еще вопросик. Евгений Бенедиктович, это я. Вот как вы думаете, влияет ли музыка Prodigy на становление отечественной молодежи? На этот вопрос я отвечу строчками из своей песни. Да-да-да-да-да, вы совершенно правы. А теперь песенка, ради которой я, собственно, вышел на эту сцену. Песня написана в 72-м году в Липецке на съезде гитаристов в ЛКСМ. Называется песенка незатейливо «В красной пресне по весне сосна». Пожалуйста. Песенка называется «В красной пресне по весне сосна». Прошу вас подпевать.
Москве весна, 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 весна. Ведь это сосна, 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 сосна. И стекна в туалет, ведь фонарики, и на стене день, и скверики. А трудно, да, подпевать? А вы знаете, ребята с радиофака МГУ очень удачно подпевали. Ну ладно, тогда начнем с куплета, он тоже не хитрый, не затейливый. Расскажи, подруга пятиструнная, как я в детстве гонял голубей, где вы сейчас, старые друзья, с которыми я нюхал клей... А на Малой Бронной сейчас ажиотаж, обсуждают граждане Рязановский гараж. На прокуренных кухнях искали мы правду, единственная газета из мягкой бумаги. Годы нашей юности, общежитие женское, пришел к ней за конфектами, а стала мне невестою. Годы нашей юности, мы гуляли в сквериках, наслаждались молодостью и друг к другу прижимались ротовою полостью. В дни премьеры по весне брал пальтишко старенький, ни за что я не менял, театр большой на маленький. Шли все толпою на концерты, абы жаль на всю страну две шведские бабы. Подпеваем, а в Москве весна, 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 весна. А я сосна, 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 сосна. Ситоны, зверики, фонарики, сифони, синефоники. Цветы хотя бы оставили. Спасибо большое. Владимир Бенедиктович! У меня просто нет слов. Просто нет слов, которые бы можно было сказать в прямом эфире. Дорогие друзья, давайте сейчас поговорим немножко про группу Prodigy. Взрослое поколение упрекает группу Prodigy в том, что они бесчеловечно ведут себя на сцене, их песни не несут никакого смысла. Сегодня мы попросили группу Prodigy, чтобы они специально для нашего взрослого населения исполнили какую-нибудь задушевную, добренькую песню. Встречайте, группа Prodigy! Вокально-инструментальный ансамбль Prodigy под руководством заслуженного артиста Великобритании Стива Бешеного Быка «Два кольца» Айзермана. Исполняется композиция «Ульжамина Тилайнайка». Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир, за него и держи. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Сердце вряд ли обрадует вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Ha ha ha.
Ну вот и все, дорогие друзья. Как вы поняли, современная музыка не знает ни границ, ни поколений. Хотя в ней есть что-то разумное, но есть что-нибудь и сверхъестественное. Время пройдет, и придут поколения. Будет у них снова новый кумир. Но когда будет меньше мгновенья, и как всегда будет петь этот мир. Но все равно будет вечный мгновенье, и как всегда будет петь этот мир. Спасибо.